Как оплатить Unity Split лицензию с баланса Smart Swapping? В этой инструкции мы продемонстрируем, как оплатить промо-пакеты Unity Split лицензии со свопингового баланса в коинах Smart. Проверить ваш доступный свопинговый баланс можно на сайте plcswapping.com на виджете Swapping Smart Balance в дашборде. Итак, перейдем к оплате продукта. Авторизуйтесь на сайте DeFi.U. Выберите лицензию, которую вы хотите приобрести, и нажмите на кнопку Purchase. Откроется окно выбора способа оплаты. Выберите платежный метод Swapping Smart. Подтвердите согласие с условиями, поставив галочку, и нажмите Purchase – покупка. После этого вы будете перенаправлены на страницу авторизации в Platin Passport. Пожалуйста, введите свой логин и пароль для авторизации. Или подтвердите вход со своего аккаунта, если вы были авторизованы ранее. Затем вы попадете на страницу оплаты. В этом окне будут указаны номер ордера, таймер обратного отсчета, сумма в Smart, а также ваш текущий баланс. Чтобы завершить платеж, нажмите на кнопку с текстом «Yeah, I want that». Дождитесь оповещения об оплате. Готово! Вы успешно оплатили продукт за свопинговый смарт-баланс. После проведения оплаты вы увидите, что в дашборде сайта PLC Swapping уменьшилось значение на виджете Swapping Smart Balance. Теперь лицензию необходимо активировать. Для этого перейдите в раздел меню My Licenses, найдите купленную лицензию и нажмите на кнопку Activate. Если вы хотите посмотреть историю активации, перейдите на вкладку Activation History. Поздравляем! Вы приобрели и активировали вашу Unity Split лицензию. В дашборде на виджете Total Unity Split Limit вы увидите, что ваш доступный Split лимит увеличился. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете отправить их в нашу службу поддержки, и мы с радостью ответим вам.